Не доехали мы без приключений. На поп просто сядь. Чуть-чуть. Да. Слышь ты, вот эту вот свою штучку. Бля, ну уебался от души, смотрите, пацаны. Тимурчик, что осталось помоги, от корпуса? Пацан на море сколько не был, сидит в танке играет. Чё, ты как последний раз море видел? Расскажи, вот в Таиланде, пацан, на острове полгода, здесь нет моря. Нет, ты чё? Нет, мы как-то мимо проезжали, видел. Проезжали, да? Но по большому счету это все шляпа, там нет ничего, я отвечаю. Та-дам. Где музыка, слышишь? Не знаю, пахнет очень вкусно. Камера не передаст. Там как будто потроха. Ну, тиной воняет жесткой. Да нет, для тайской еды это нормально. Так, ну у нас с икрой даже было. Вот это? Какая-то вот это или вот это, мне кажется. Вкусно. Я еще пойду рыбачить. Я вам так скажу. Конечно. Ну, я бы еще море порыбачил. Море тело. Море круче. У нас есть друг, длинный друг, с кем мы прилетели. Он совсем ёбнулся на острове. Не знаю, после 2 недель начал называть себя пиратом. Я, говорит, пират. Мне похуй на все. Я готов жить хоть в джунглях, хоть, блядь, в гамаке, хоть на пляжу. Тимурчик хайскилит. Гамак про. Вентилятор апгрейд. Вот так паркуются долбоёбы. Не смотрите на этого мудака. Паркуйтесь нормально. Европейки готовы чохан-похан устроить. А? Сначала лизнуть ей придется. Нет. Да? По-другому. Ну, если что, короче, я позову, ты лизнешь, а я трахну. Окей, договорились? Окей. Вышли с Димасиком, а байка нету. Они его перепарковали. Я же говорил, как не надо ставить. Пум. Материал будет, давай, друг. Засунь поглубже мяч. Что, больно? Джигли. Монстр вырос какой-то. Прикол в том, что я сегодня психанул. Не взял картошки, а взял вместо 2 килограмм картошки 1 килограмм манго. И сегодня я его буду есть. Нормальная тема. Тема-то нормальная. Только, блядь, ужин нехуй сегодня. Рыба наловит. А вообще мы такие немощные. Живем на острове, растут манго, блядь. Бананы, ананасы, нахуй. А у нас холодильник пустой. Смотри, короче, висят зеленые еще, правда. Да при чем здесь это? Я про то, что мы, блядь, вообще нулевые, нахуй. К жизни не адаптированы, блядь. Бабок нету. Не готовы. Жрать нечего. Только купить можем. Или спиздить. Сами, блядь, собрать где-нибудь не можем урожай. Хотите увидеть, как выглядят 4 доширака? Почти вот с полной сковородкой. Чуть-чуть сидели дома. И решили пойти куда, Димас? Не знаю даже, Толик. Пизду, опять что-то слоу-моушен. Слоу-моушен свой включил. Короче, мы решили идти и выйдем. Время где-то 12. Ну нормально, где-то сейчас пересечемся с Валенсией. Полчаса до нее, полчаса до Хадрина. И в 2 часа где-то, 2:30. Будем в Идане. Потные, вонючие. С Димычем могучие. Иден, wait me. Я сегодня разъебу твой танцпол. Не разъебу, а растанцую. Растанцую, раздвижую. Подтанцую. Да не, поугараем просто. Мы стартуем, да. Валенси, передай привет моим подписчикам. Привет. Короче, с Валенси мы в этот раз втроем. За мной. Ты знаешь, да, куда идти? Да. Мы тоже не знаем. Мы тебя взяли, думали, ты знаешь. Ну что, если что, переждем до рассвета и стартанем. Да, нам помогут. Все приключения обычно начинаются с фразы «Идемте за мной, я знаю короткую дорогу». Мы тоже хотели по новой просто пойти сегодня. У нас +2. Правда, не говорящих на нашем языке. Hi.
Hello. Hi. Типа, что мы so fast? С нами пес идет, путеводитель наш сегодняшний. Да он сам заблудился. Да, верхняя чуть-чуть. Блять, хвостом таким был. На что похож? На дереве или на кустике? Сейчас, смотри, что фонарь. На дереве, по дереву лез. Большой? Не знаю, вот такого где-то размера, и хвост у него еще такой же. Даже больше, чем он. Пес? Пес, покажи дорогу. Смотри, как высоко. Да не видно тебя ничего. Здесь темнота, просто это, экшен. Мы давай, пошли, фонарь, потерялись. Фонарь, ебал я эту рот дорогу. Хуй я больше пешком в жизни пойду. А дальше что толку, на ногу тебе? Да, нормально, нормально. А дальше что? Свети фонариком. Куда? Второй, просто садись давай, на Димаса второй, на голову. Ногу давай. Оп, давай ниже. Стой, дай руку мне, может быть. Отпускайся, на поп просто сядь. Чуть-чуть, да. Оп. Тихо. Ничего не задело? Нет, все, прыгай. Просто я испугался, думал, сейчас поедет. Он так не поехал. Руку ну, все, сейчас уже это без боевых шрамов отсюда не выйдешь. Да. Бля, ну как мы потерялись-то? По дороге, говорит, мы вообще в другую сторону от дороги идем. Мы обратно на Хадрин идем. Куда? Я вижу, Иден. Димас все, Иден видит. Мы никак на дорогу выйти не можем. Пират, пошли, пошли, пират. Пират, пошли. Пират, пошли, не дерись. Драться плохо. Бля, пирату вообще не повезло, бля. С какими-то мудаками пошел. Да не, пирату вообще не повезло. С плохими путешественниками пошел. Еще собаки напали, укусили. Заблудились, шли 3 часа. Снимать там было нечего, но мы пришли. Пес с нами тоже дошел. Правда, его сразу кусать начали. Все, мы помылись, все приняли душ. Тестирует, походу. Бля, я что-то заснул после похода. Проснулся. Хочу жрать, хочу домой, хочу спать. Валенсию жалко, просто Валенсия с нами пошла. Я не виноват. Все, жалуются, жалуются. Все, Иден закончился, все хлопают Чонгу. Но я бы столько не хлопал, столько он не заслуживает. Заебал, одно и то же играет какую-то попсятину. Сейчас я пойду купаться, я купался неделю назад. Выйду на этом же пляже. Расскажи, как ты нас вел через джунгли. Мимо кассы, блядь. Через скалы, через лианы, я не знаю. Ты шел на музыку? Пират, иди сюда. Пират, иди сюда. Помните этого пса с ночной прогулки? Он прошел 5 километров по горам. Визжал, пищал, но дошел. Пес, ты домой пойдешь? Ой, мне даже машут. Меня узнают. Мои 20 подписчиков. Уже половину здесь встретил, да? Я не думал, что я стану так быстро знаменитым, Димас. Ты видел? Просто. Бля, рано еще. На камеру не даю. Все куда-то уходят. Не, ну хоть кто-то улыбнулся в камеру мне, да? Купаться идем? Вот это вот свою штучку. Мы стартанули пешком. Время часов 12. Вот. Да. Говорит, хочет. Наверное, уже неделю хочет меня и все не дает. Ничего не увидел? Все только по-старому. Только обвисшие сиськи. Я увидел, да, сиськи. Я хотел вам их показать. Ну вы бы мне дизлайков наставили, сказали бы за такие сиськи. Пришли на кокосовую плантацию свою. Будем сейчас ебашить кокосики. Че ты его хлопаешь, как тёлку по попе, нахуй?
Бля, разъебал кокос. Фиш, бля. Хороший. Ох, ебать, прям сочная какая вываливается. Покажи. Дай попробую. Что-то старый, видишь какой? Ну, так он вкусный внутри. Дай укушу. Хуй его знает, по мне зеленый пузел. Все, что у нас есть, 6 бат, ключ от мопеда и гора кокоса. Ну это нормально, свежий. Бля, нахуй я ловил. Это кислятину. Давай нормальный, блядь, аппетит только испортили. Трубочка есть? О, я закусил. Да. Ну что, мудак, Димас? Я порезался, пацаны. Вот поэтому кокос за 120 гораздо безопаснее. Че с ним? Может, типа моего дать тебе? Давай. О, вот этот кайфовый должен быть. Короче, заснять не получилось. Димас бьет кокос. Я говорю, идет таец, прячь. В итоге таец подходит, у нас 4 кокоса разъебанных. И он кричит: money for coconut. Димас лезет в карман, достает 6 бат и зажигалку. И говорит, это все наши бабки. Он нас смотрит, говорит, мани. Мы говорим, в следующий раз. Он говорит, мани. Я ему, блядь, воду нашу отдаю. Говорю, блядь, ченч нахуй. Он говорит, ноу. Короче, мозг ебал нам. Минут 5. Потом говорит, ладно, идите. Берите кокосы, идите. Сауди кап. Коконат. Кап. Подмайди кап. Встретили пиратом с кинжалом. Опасные пираты. Пираты респектнули нам. Респект говорят, сказали. Вы с кокосом, говорят, пацаны. Говорят, зубов нету, съесть свой ваш кокос не можем. Но спасибо. Смотри, разъебал ногу. Нет, царапина. Какая царапина, блядь, порезал прям. Из джунглей, так царапина. Щипит. Через такие джунгли мы идем. Больно. Сука, ногу. Больно. Бобошечки, бобо. Спускаться начинаем. Не, ну как мы ночью шли, это жесть. Просто жесть. Мы передвигались так медленно. По такой чаще, по таким камням лезли, спускались. А! Жарко, сука, колется. Все жжет. Прикольно. Окопчик такой. А! Сука, этот пират меня заебал. Часа за полтора дошли, что думаешь? Давай попросим у него мангу. Не знаю. It's mango, yeah? Yeah. Can you give one mango? 100. Ооо. За бабки впаривают. My video, show my subscriber. Капун кап. Окей. See you, man. Хотел продать, в итоге, говорит, для подписчиков, для канала Папы Толи. Фри. Все фри сегодня. Дал какой-то, блядь, недоспевший, блядь, этот. Манго. Лучше бы ты кокос об голову разбил, и то просмотров больше набрали. Нужен экшен, Димас, трэш. Тра-ля-ля-ля-ля. А что он такой? Нормально, больно? Да. Мне кажется,
с каждым днем я становлюсь сильнее на этом острове. Сади кап. Че молчишь, урод? Че унывать? Димасик, ну скажи, мы разъебались. Не доехали мы, без приключений. Димас хуйню несет. Выскочил куда-то на встречку. Короче, я не знаю, что снимать. Настроения нету. Байк разъебали. Все болит. Охота спать, есть. Тайцы хотят еще нас грузануть. А мы уебались в защиту. Кенгурятник этот ебаный. Так что пусть идут нахуй. Локоть самое жесткое, блять, глубоко. Шорты расхуярил. Повезло, что ты в ботах был. Если бы ты не в ботах был, ты бы ногу стерся. Пизда как. Only death. Сивис. Сивис. Ооо. О, не, но. He very old. No. He very old. Yeah, no. Like this, you can put like this. No. Окей. No. Хотят набрать чей байк, прикинь. Крысы ебаные. Крысы набирают, что делать? Where you from? From Russia. From Russia. Потеряльчик будет. Лучше бы они нас до дома довезли. Ну и байк привезли. Искали пацаны. Вы хорошо покатались. Следующий раз аккуратней. Мы любим русских. И все. Приехали в полицстейшн. Штрафстоянка, походу. Да снимай, чтобы по полоянию относились к нам. Че, Димасик? Расскажи, как хотели нас пригрузить. Фиши, тайцы даже пригрузить не могут. Я достал видос и показал, что они машину переставили, сделали фотку позже. Короче, они, блядь, настолько, блядь, беспонтовые вообще. Даже, блядь, наебать нормально не могут. Окей, гоу. Приехали до дома. Я говорю, сейчас через минуту вернусь. Взял зарядку, бинацин и очкарика. Чтоб помог с транслятором, и может сейчас кого-нибудь наберем еще, сейчас телефон подзарядим. Ну так. Тайц Пидер, блядь, удалил в полицстейшене. Я показывал видео, что они тачку переставили.